Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем. Че он этот? Сифон фильтр. Что же мы играем? Splinter Cell Black, точно. Splinter Cell Black. Так. Новое. Посольство Пакистана. Так. База боевиков. Так. Коммерсант отмечает. Начать инструктаж. Я вообще-то спал. Слыхал о Женевской конвенции? У меня есть права. Да неужели? Можешь позвонить адвокату. Как только будем на месте, я высаживаюсь. Ты пойдешь один? Ничего личного, но в Бенгази у нас были проблемы. Ты заберешь меня на вертушке. Меня не спрашивали, но... Эти парни еще те ублюдки, так? Почему бы тогда не шарахнуть в них чем-нибудь ядреным? Тебя не спрашивали. Нам нужны данные. Так, нужны данные. Там повсюду противник. Дым и камеры липучки. Дезориентируют их и дадут тебе контроль над ситуацией. Так. Бесконтактно, да вроде все есть. 6, 7, 5, 4. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все есть. Так. Ну-ка. Спецкостюм. Гаджеты 6. Оружие. Так, а спецоружие у меня... либо дополнительное оружие, либо спецоружие. Так. Ну, давайте. Выйти и начать задание. Надо посмотреть, где тут спецоружие выбирается. Расчищаю путь. Ух ты. Готов. Так. Сэм, тебя засекли. Лагерь перекрыт. Все отменяется. Ага, вот так мне еще надо потихонечку. Прошу, раскрылся. Рик, сможешь по-тихому убрать противника? Расчищаю путь. Готов. Так. Противник мертв. Я попал. Так, кто еще остался? Готов. Сэм, тебя засекли. Лагерь перекрыт. Все, блин, а как мне? Ладно. Расчищаю путь. Готов. Путь расчистим. Он труп. Сэм, тебя засекли. Лагерь перекрыт. Все отменяется. Ну ладно. Тогда будем по одному вообще гасить. Рик, сможешь по-тихому убрать противника? Расчищаю путь. Готов. Так. Чтоб не видели друг друга-то еще. Готов. Сэм, тебя засекли. Да, блин, я вроде все нормально бил. Да вы что так будете? Так. Не вижу. Цель, ага, сейчас. Надо, чтобы они отошли друг от друга-то. Он труп. Так.
устранена. Готов. Так. Двое остались. Ну давайте, отойдите друг от друга. Противник мертв. Я попал. Вроде все. Сэм, можно идти дальше. Отлично, Брикс. Спасибо. Давайте, давайте. Грим, я на месте. Выдвигаюсь. Ага. Вот меня и провели. Мирава, Восточный парк. Пойдем. Сэм, тепловизор засек группу противника. Они в доме вверх по течению. Чарли, дай данные разведки. Нам нужен клиент Кобина, пока не нашли меня. Я тебе выслал трикоптер с базовым распознаванием лиц. Лучше того, что было с Демхиром. Так. Порядок лучше. Подберись на 50 метров к цели, запускай и готов. Хорошо. Остаться незамеченным. Ладно. Давайте посмотрим. Что мы тут имеем? Обратно. Усыпляющий газ. Подождите. Ну-ка, давайте-ка посмотрим так. Параметры. Клавиши клавиатуры. Спринт. Присесть, использовать, прыгнуть, укрытие. Идти, бежать, прицел, стрелять. Перезарядить, рукопашное, использовать гаджет, отменить. Так, способности. Ага. Режим ведения. Выбрать режим стрельбы. Пистолет, дополнительное спецоружие. 3. Вот оно. Три. Выбран был генератор шума, эми помех, шокер липучка. Усыпляющий газ. Так. Сэм, на твоем маршруте противник. Не попадайся им на глаза. Мы это поняли. Только их двое. جدید گفت دارم یا نگفت فکر میکنی واسه حمله آماده ایم؟ میدونیم که دارم میان وضعیت دفاع ما خوبه کامیون چی؟ تک وات ایشو نی پریولیکالی ونیمانیه пока здесь мы сможем перелезть. А не, а сюда, сюда. Подождите, а куда-то меня ведут? Как-то я чувствую, не туда залез. Так. А, вон туда. Куда-то не туда пошел. Так.
потихонечку, помаленечку. Давай. Открывай. Сэм, с твоей позиции удобно запустить трикофта. Это я знаю. Запускаю. Так, Сэм, подведи трикоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос. Подожди. Ага. На всех не хватает. Тихо, тихо. Ай, усаному сара, Финджо. Так, это где-то здесь же надо. А, дальше. Да, блин. Спокойно. Вот это я не туда, да, веду? Есть. Передавай звук. Чтобы без помех. Ну, давай. Передаю звук. Анализ данных. Сравниваю. Качество не то. Что значит не то? Ах ты! Вот черт! Бери! Слушай, Сэм, говорят, распознавание по лицу надежнее. Да. Сэм, вижу на беспилотнике несколько вариантов входа в здание. Так, что у меня есть? Это пушка дрянь. Вот что. Мы лучше найдем тебе острый нож. В бою пригодится. Смеешься? Усыпляющий газ. Мой ствол старый и разболтанный. Я хочу надежное оружие. Человек важнее, чем оружие. Но человеку с хорошим оружием тихо, тихо. Проще победить в бою. Нужно сражаться с тем, что есть, и учиться побеждать. Ладно, тогда меняемся пушками. Тихо, тихо. Оба, оба? Нет, один, по-моему. Это не смешно. Давай, я жду тебя. Кто-то вырубил его. Спокойно, я не зря себе пули такие брал. Так. Тут есть что у нас? Ноутбук. Ну пойдем, раз ноутбук. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, мне его не надо убивать.
Так. Ага. Привет тебе от Кобина. Попался, который писался. Подожди секунду. Некого ждать. Вали его, гада. Нет, 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 стой! Стой, сука! Я из МИ-6. Да сейчас, ага. Три года под прикрытием, а ты все запорол! Код доступа, живо! 7, 5, 7, браво! Виктор, 9, Оскар, 9, 8! Ты ее сломал, ублюдок! Грим, ты слышала? Да, Сэм. Эй, кто тебя послал? ЦРУ? Да кто бы не послал, тебе какая разница? Нужен снимок сетчатки. Где твой командир? Ну же, говори, и идем! Он перед тобой. Что ты делаешь? Ты спятил! Его зовут Джадид Хаидас. Он и правда из МИ-6 был. 5 лет назад его вышвырнули как двойного агента. Ага. Может, хватит, Джадид? Черный список. Говори. А, чертовы янки. Строите из себя ковбоев? Да. Говори. Ты опоздал. Стреляй. Сэм. Крупная передача данных из поселка поблизости. Что ты затеял? Все давно затеяно. Осталось исполнить. Да убить, конечно. Никакой пощады. Засеки место. Передача идет с крупного узла связи где-то в верхнем поселке. Ищи большой ретранслятор. Давайте туда беспилотник. Хватит с меня сюрпризов. Так, подобрали. Уходим. Дорога в гору хорошо охраняется. Каков план атаки, Сэм? Сейчас выберусь отсюда. Готовь вертолет к эвакуации и жди. Хорошо. Идем. Командир Дельты вышел на связь. Паладин, Вымпел на связи, прием. Тихо. Паладин на связи. Доложить обстановку. Прием. В зоне операции многочисленный противник. Пехота и транспорт. Я под огнем. Прием. Укрепление. Сейчас мы очистим. Атаки. Короче, полная жопа. Прием. Думаешь, они знали о наших планах? Прием. Так точно. Ничего, зададим им перца. Выбил отбой. Вот так. Потихонечку, помаленечку. Не спеша. Давай. Так, вот тут два варианта тоже ползти. По самому верху можно и не по самому. Давай. Мы посюда вот полезем. Давай. Заползай. Я готов. Под мостом, который ведет к деревне. Сэм, вижу на мосту движение. Хорошо. Пусть они на мосту и остаются. Так, пока все идет по плану. Убитый! Тревога! Тихо, не кипишуй. Вот так. На вас еще спецсредства тратить.
Ну-ка, давайте тайник посмотрим. Так, патронов мне хватает. Денежка. Вот так, патронов взяли немного. Блин, это который второй на мосту был. Все, восполнили потерю. Продвигаемся. Что у нас? Стоит, смотрит, что смотрит. На кого? Автомат у него такой моднявый. А тип пулемет похож. На пулемет похожий. Ну пойдем. Опа. Сюда, сюда, сюда. Похоже, инженеры укрылись от наблюдения с воздуха в подземных туннелях. Подтверждаю информацию. Там подходят следы раскопок. Так. А вот сейчас надо быть осторожным. Слежу за передачей данных. Сигнал идет из сектора, в котором боевики организовали лагерь. Да, это вот самая такая миссия. Захват. Тихо, тихо. Ты так жаждешь сдохнуть за босса? Скрутить. Блин. Так, где у меня квадрокоптер? Запускаем. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давай-ка потихонечку будем. Где у нас есть еще кто-то наверху? Кто-нибудь? Эй! Блин! Это плохо. Есть. Назад, живо! Так. Что там? Не молчите! На! Нам туда не попасть, что делать? Он движется! Он движется. Конечно, я двигаюсь. Блин, блински. Он меня спалил оттуда. Посторонний на территории. Давай, давай, давай. А я пока двину сюда. Спокойно. О, они все туда ушли. Так. Неплохо.
Блин, я помню, там воевал. А, нет, это специальные миссии же есть. Воевать там. Точно. В других группах есть какие-нибудь вести? Нет. Скорее всего, глушат радиопередачи на время операции. Так. Ну так. Мина-шокер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, смотрите. О, славное местечко. Похоже, инженеры давно выставили местных жителей в зашей. Как думаешь, кто-то из местных знал о пункте 0? В Гуаме я фарси не слышал. Инженеры не знают границ. Здесь мог быть кто угодно. Так. Сэм, там всего несколько бойцов. Похоже, остальные на оборонительной позиции. Они что-то охраняют. Значит, я уже близко. Ну-ка. Открываем. Заходим. Вот так. Приходится. Есть. Кто-то вырубил его. Давай, 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 бегу, бегу. Давай, бросай туда гранату. Ага. Ага, давай. Давай. К атаке приготовиться. Блин. Давай. Вот и все. Блин. Такие вы опасные все такие. Ой, бестолочи. Ладно. Все. Восстановились. Теперь потихонечку, помаленечку продвигаемся. Мне... А, так мне не обязательно было даже их долбить. Все, идем. Топ-топ-топ. Топает ваша смертушка. Я сейчас точно над этим узлом связи. Чарли, передача продолжается? Все так же. Какой-то сумасшедший алгоритм шифровки. Мне нужно минут 5-10, чтобы понять, что они передают. Все, мы не можем больше ждать. Брикс, поднимай вертушку. Залетаю. Еще пару минут. Блин. Пониже надо было, а я поверху, да? Ну ладно. Ничего страшного было. Так, надо туда попасть. Как нам туда попасть? Повиснуть. Здесь, похоже, была бойня. Видимо, дрон. Да. Удар был нанесен, правда, уже давно. Сейчас я все проверю. Проверь, проверь, давай. Так, висит мертвый. Что ты видишь? Место для пыток. Здесь казнили солдата. Мигель Гарсия, крыло 36. Он из Лос-Анджелеса, 23 года. Пропал после Гуама. За что его? На камеру. Боже, так вот что они пересылали. Я вырубаю. Запись еще идет. Отследите. Есть. Куда идет? Они забыли планшет. А забыли ли? Вот в чем вопрос. Не бойся.
Я знаю, зачем ты здесь. Веришь или нет? Я был в твоей шкуре до битвы за мир. Я сражался за страну. Не надо. Прошу. Я просто хочу домой. И я этого хочу. Чтобы вы все вернулись домой. Так, мы это пропустим, потому что, скорее всего, тут могут не пропустить кровавую сцену. Да и он нам ни к чему. Вау. Вертолет сюда, живо! Там слишком жарко, я там не сяду. Я успеваю тут? Использую крюк! Использую крюк! Убей! Быстрее, Сэм! Успел! Три! Два! Один! Давай! Вау! Меня унесли, унесенные вертолетом. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!